2019 год выдался достаточно удачным для спортсменов Самарской области. Было принесено много наград, как на международном, так и российском уровне. Однако в декабре этого года немного омрачило успехи Всемирная антидопинговая организация, опять предложив отстранить нашу страну от участия на международной арене. Однако, я думаю, все разрешится в лучшую сторону, Россия будет допущена, и спортсменам хочется пожелать не сдаваться, продолжать работать и приносить еще больше медалей для Самарской области. С наступающим Новым годом!